Здарова всем подписчикам Эджейм, с вами Срок. Я играю, как обычно, на Need for Speed Most Wanted. Следующий у нас на пути Минион, 6 в списке. Я в предыдущем выпуске прошел 5 гонок и 1 милю. Так что, доиграем гонки, сейчас одну, думаю, сыграю. Петолба для начала, для разминки, а потом пройду радары. Заработаем немного премии. Думаю, через выпуск, через... Может, в следующем выпуске буду играть уже с Минем. Ну, погнали. Классный старт. Меня радует. Хорошее начало. Второй колбут есть. Их всего 6. Только четверть трассы я уже приехал. Половина работы уже пройдена, но половина трассы еще не пройдена. Удивительно, как я не врезался. Немножко не вышло. А ёбаный в рот. И все, следующий у нас финиш. Финишная прямая. Есть первая гоночка.
пройдем события одно. 38 километров мили в час. Нужно, ну давай. Знаю, не просто нет, но не беда. Есть. 159. Ну здравствуй. Меня хорошо слышно? Соскучился по мне? Вот и хорошо. Я тоже стал к тебе привыкать. Закон тут ни при чем. Мы же старые друзья? Или не друзья? Кстати, тут многие к тебе неравнодушны. Вот телефончиком поделились. Тут бочку катят. Так. Еще одно событие. 107 километров. Тут ходу с поворотиками будут. Ясно, понятно. Описания объекта пока нет. Ждите новой информации. Да, сейчас проверим. 10-6. Вон они. Нравятся кролики. Блять, оно уже не считается. Ну ладно, ладно. Пройдем вот это событие, где нужно ездить с ними 7 минут. Ага. Минуту я уже меняю. Может, второй уровень розыска. Нужно было брать Мазду. Почти 2 минуты. Ну и этот третий уровень не за горами. Третий статус потом еще. Заправочка, не будешь жить, потому что мне когда заезжал заправочку. Видео зависает, без этого.
допустим, я бы сейчас справился без лэнда. Минус один. Минус два. О, блокировочка. Статус 3, это жопа мне. Ой-ой-ой, я себя переверну. Нужно по-хорошему туда его петлять. Я понял, где. Ага, уже ее нету. Так, 4 минутки. Ой, это похоже на шуточку. Нужно скидывать мусорочку. Может, то скоро будет выполнено. Лодочка, лодочка! Вот, да. Так, новая фишечка. Уф, вроде граница висит. Так, спокойно, пока. Есть. Кормил их от дышечки. Не разобраться, что. Когда почва. Ой, это джипы. Это Барак Обама. Не знаю, к чему это я сказал. Я втер какую-то дичь. Так, нужны ловушки. Так. Ух ты, ёлк. Раскочу. Ебать, иди на пиздец, все.
Все, ебать, всем пока, ебануться. Иди нахуй, это пизда, пиздец, рак, сука, ракал, еблан, сука, пиздец. Ебану, ебану. 7 минут, ебать, просто в очко я потратил эти 7 минут. Ну, я говорю, мы еще с вами встретимся, вам просто пиздец будет. Ебануться. Было, сука, разворачиваться, а не ебаться. Ну, все мозги. Ну, ничего, я изучил этот урок, я понял. Чтобы прямой лучше такое не делать, я понял, все. Блять, куда я поехал? Хуй его. Гоночку. Тут 8.1, а тут то вот 8.4, ну где 8. Вижу поворота нахерища. Я вот эту сыграю в круге. А потом жопа мусорам. Конкуренты, конечно, посерьезно. Капец, как же мне обидно за мусоров. Капец, так и шестой. Это шестой босс, а что будет дальше? И дальше будет задание. Ничего, ничего, мы не таких проходили. Ой, еще поворот. Да, я вошел в этот поворот. Первый круг есть. Лиза у нас выбит. Пытался берег белый Порш. Мой Порш. И вот так. Ну, тут Кёниксы, чтобы машинки не поняли. Ну, вот она поехала. Как управлял звук. Оно меня обогнало. Бля, а белый Порш все выбыл.
Ничего себе. Неожиданно, не знаю ничего. Летаем. Ай-яй-яй, почти вошел было притормаживать. Ничего, я первый. Есть. Тоже выбывает. Стрит легал. Блять, прав поворот. Ебануться, какой же я слепой. Судя по всему, остался за машина. Сейчас у меня боль, я вам скажу. А, сюда зелененькой. Как оно, блин, скорее всего, я в марках не сильно разбираюсь. Вот аппарат, это Шевролет. Ну, похер я его наеблю. Дрифт. Да, задрифтовал. Дрифтер. Все равно он первый. Вот в конце борьба, это я понимаю. Как обычно, на последнем повороте я вырываюсь вперед. И красиво. Выиграл. Ну и красиво вырезаем. Обеды есть, события. Фух, ну погнали. Сейчас без разницы. 22 машины, почти пометил 22 машины. Ну, сейчас покатаемся. В 7 минутах нужно покататься. Лучше по одному этапу. Один этапчик прошел. Следующий, так мне кажется, более... Не на нервах сидишь. Спокойненько. Идем второй сейчас на статус. Поняли, эхо 34. Подкрепление уже выехала. Нужно их пометить не надо. Сейчас сделаем. Так, уже минуту катаюсь. Три машины пометил. Нормально. Второй уровень. Блин, второй уровень. Второй статус уже скоро. Thank you.
Где подкрепление? Где? Вот она. Это же 3 минуты катаемся. Вот он, еще дружочек. Три минуты почти. Может, скоро уже половина времени. Ух ты ж, блин. Арест, сосёшь ты. Не арест, производишь. Тут я ещё не пытался. Он там ехал. Походу все, огонька моя закончилась. А нет. Он еще жизнь, ничего себе. Закрутил арабское сальто. Ну что знаешь, что это, блин, на бок немного. 4 минуты уже. Третий статус. Проезжаем нормально. Это время так хоблем дай. Ну понятно, да, все это. Так, 4,5 минуты. Если машинка помечена. Фак, что делать? Так, вон сюда. Объект скрылся. Следую в прежнем направлении. Я упустил код 6. Так, идем назад. Не нужно, я не вижу код 6. Продолжаем погоню. Хотя назад. Ой, джипы, джипы, джипы! Вот так. Диспетчер, нам нужна помощь. Вызывайте все свободные экипажи. Повторяю, все свободные экипажи. Прикрытие будет через несколько минут. Проверяю другие каналы. Один из машинок уметил. Ну, вы чё? Так, еще 6 минуточек. Угу. Угу. Есть. Так, меня тут же ждут. ДТП. Сюда, сюда, налево, налево, чувак.
скину. Чарли, 13. Доложите обстановку. Сейчас мы еще. Координаторы, новые данные. Ну, опять. 30 секунд. Короче, только в районе, там жопа. Где такая жопа? Ты почему в заграждении стоит? Так, 7 минут. Секунда. Есть. Какая-то машина там едет. Внимание. Прежде чем скрыться, нарушитель ехал. Рискнул, что ли. Заправка. Как известно, что при заправке меня могут давить на кино. Четвертый уровень, надо лучше. Авария! У нас авария! Двигатель дымится! Нет, нужно отекать. Ааа! Это Рок Тур. Рок Тур. Четвертый. Так, едем на ловушку. Кто жив, кто это все? Это она или... Он опять в парке. Это 8. Это мы отвечаем за нарушителя. Так, сильно скучно, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, спрятаться не получится. Она, тут еще один. Это жесть. Так, нужно ехать на ловушке. Это единственный выход, как от них реально сейчас убежать. Так, их... Шипы. Уезжаем. Внимание всех, перевезли.
пожалуйста, все. Готовимся перестроиться, они рядом. Да бля, ёп, твою мать. Ну не сюда же поворачивать нужно. Что по 10:39? Интересно знать. Последний раз объект ехал на запад через Financial District. Указанный район будет отцеплен. Код 6 не отменяется. Наслаждение, наслаждение. Фух. Второго раза, конечно, две можно было двух пушек пройти, но хватит, хватит. Есть. Фух, это было реально сложно. Триста тридцать три тысячи. Неплохо. Вообще время 200. Остается мне совсем немножко. Ребята, прошел еще как бы одно событие. Смотрите, я просто встал на паузу, чтобы вложиться времени, понимаете, смотрите. С четвертым уровнем штатские машины, такое месиво. Пожалуйста, 250 тысяч. Вот так вот. Вот такие дела. Так что, в следующем выпуске мы встречаемся с Мингом. Так что, всем пока. Я уверен, что это видео должно понравиться многим. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем до скорых встреч. С вами был Айсфрог. Пока.